Всем привет! В этом видео мы с вами сделаем колечко свинка из бисера. Пригодится нам розовый, темно-розовый, у меня вот будет вот такой, черный и тот цвет бисера, который будет само колечко. У меня это будет вот таким серым. Леска либо проволока. Советую больше всего проволоку, потому что у меня нет проволоки, я буду использовать леску. Сначала набираем 3 серые бисерные, спускаем их вниз. Набираем еще 3 серые бисерные, другой леской проходим через весь этот бисер, то есть через 3 бисерные. И затягиваем. Вот что у нас должно получиться. Теперь набираем снова 3 бисерные, другой леской проходим через весь этот бисер. Затягиваем. Итак, мы делаем половину колечка. Вот столько рядов примерно нормально. Теперь набираем 3 розовые бисерные, а другой леской прохожу через все эти 3 бисерные и затягиваю. Теперь набираю 4 розовые и другой леской прохожу через весь этот бисер. Набираем 3 бисерные розовые, а другую леску проходим через этот весь бисер. На этом этапе нам надо сделать ушко. Небольшой отрезок лески. Новый, а наш старый отрезок, который там, где вы хотите делать первое ушко. Набираем туда одну бисеринку. И эту же леску с бисеринкой я прохожу через вот этот проем. Он у каждой есть. Ну, короче, проходим в этот проем. И затягиваем. Первое ушко у нас готово. И вот так у нас должно примерно получиться. Но я неправильно как-то сделала. Сейчас я покажу, как правильно сделать. Получилось вот так. И просто неправильно вснула этот проем. И теперь получишься вот эту крестик. Ну, то есть бисерину. Мы должны пройти через нее этой железкой, где мы ее набирали и проходили. Проходим через нее. Затягиваем. Вот так. Первое ушко у нас готово. Идем дальше. Набираем одну черную и 2 розовые, а другую леску прохожу через весь этот бисер и затягиваю. Вот так. Теперь на ту леску, где только розовый бисер, не где черный бисер, а где розовый бисер. Набираем туда 2 розовые, темно. Или такие немного сверкательные, короче. И набираем просто одну еще розовую. И проходим через весь этот бисер крест-накрест. Затягиваем.
Делаем так еще раз, только набираем на леску к той стороне, где у нас эти темно-розовые. Набираем две розовые на эту леску, где темно-розовые, и одну розовую, обычную. Вот так. Теперь к стороне, к черному бисеру, то есть на верхнюю леску, после темных розовых, ну, короче, к стороне, где у нас первое ушко, сюда набираем одну черную и две розовые, обычные, матовые. Затягиваем. Делаем теперь второе ушко. Набираем три розовые бисерные, матовые, ну, обычные. Кстати, нам больше не пригодится темный и розовый. Теперь на леску верхнюю, где у нас вот это, я набираю одну розовую бисерину. И как раз это рядом с черной.